Подобную неприятную картину переполненных мусорных контейнеров жители домов в Борках наблюдают уже довольно давно. По их словам, не только бачки, но и большой контейнер для отходов вывозится крайне нерегулярно. Во всем они винят нерадивую компанию, которая заключила договор на уборку мусора. Раньше было организовано так, что стояли баки контейнерные, которые вывозились раз в 3 дня. Приезжала машина, выбиралась. То сейчас перешли на новую систему, заключили новый договор с какой-то другой, наверное, компанией, которая пользуется техникой, вывозящих вот такие вот большие строительные контейнеры. И время загрузки этого контейнера где-то около 1-1.5 месяца. Когда он загружается, заполняется, его закрывают, и мусор, по большому счету, складывать некуда. Сейчас, по словам местных жителей, после заполнения контейнера мусор приходится выбрасывать прямо на землю. Мусор распространяется ветром по уборкам, собаками, кошками. Заводятся крысы, которые начинают, в общем-то, жить в людских домах, потому что дома рядом, рядом школа, рядом магазин. Гулять с детьми невозможно. Ну и вообще смотреть на это на самом деле очень грустно, больно и неприятно. Надо сказать, что Барковские карьеры – излюбленное место отдыха многих горожан. Потому и бытового мусора с началом пляжного сезона, несомненно, прибавится. Как прибавится и работа рязанским службам по уборке города. Хотя если компании, подрядившиеся убирать мусор, будут трудиться так же, как они это делают сейчас, Борки могут превратиться из места отдыха в опасную для здоровья территорию.